Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иисус перед Каиафой. «И взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силу, грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда. Библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, до свидания.